Сегодня у вас в гостях футбольный клуб «Гомель», основной состав. Сегодня? Очень. Что конкретно вам запомнилось? Как они пинтились и забивали сильный удар. Ну, самый главный результат – это вот это вот удовольствие и улыбки на лицах молодых ребят, которые сегодня поучаствовали в этом мероприятии. Это здорово, я думаю, что им запомнится надолго. Видно, что получили большое удовольствие, но это самый главный итог. И будем, конечно, с нетерпением ждать кого-то из них в первой команде в Гомеле. Милости просим. Единственное, что главное, чтобы было желание и чтобы эти ребята любили футбол, и тогда у них все получится. И поиграть с футболистами. Да. Ну что вам больше всего запомнилось? Как они отдают передачи, какие находки делают, финты бьют, какие большие они дают большие ауты там. Чему научились сегодня? Давать точные ходы. Точные пасы были, финты какие-то, удары. Я занимаюсь в школе с Дюшор номер 8. У тренера Романа Андреевича занимаюсь уже как 4 года. Вот нам предоставили такой хороший момент, когда игроки футбольного клуба «Гомель» приехали к нам и показали игру красивую, научили там разным финтам. Кто тебе больше всего из «Гомеля» нравится? Вратарь. Какой? Ковалев. Понятно. Спасибо. А сам ты на вратаря хочешь? Нет. А кем? Полузащитником.